А мы тем временем слушаем историю. Кредиты. Да не, брат, ты чё? Вопросов нет. Вопросов нет, это монстр, я знаю. Слушай внимательно. Хотел любить Гасти и Икспламина. Не знаю, как правильно прочитать, к сожалению. Гасти Плекс. Просто Плекс. На площадке написано просто Гасти. Икспламина. Хпламина, пламина, ламина. К сожалению, не знаю, честно говоря. Не знаю, что это такое. Сколько времени занимается музыкой? Первый трек от Гасти. Нет, от Икспламина первый трек. От Гасти второй трек. Ну, прям совсем, да, прям максимально новый. Либо это у нас прям супер-пупер фрешмены. Нереальные новички просто. Либо это смурфы. Да. Слушай внимательно, что это такое. Слушай внимательно, друзья. Погнали. Хотел любить. Let's go. Есть какое-то описание у трека? Нет, никакого описания нет. Гитарка, поп-музыка. Легкая история. Но с другой стороны, вот в платье такое, да? Такое платье в треке. Как будто бы Юра Ангел тут около так забегал, да? Может быть такое. Диско-шар сверху. Я так хотел любить, ощутить это тепло. Ты снова убегаешь и тянешь меня на дно. Мои мысли убивают, это не острее, чем ножи. На самом деле мне плевать, я так устал от твоей лжи. Я дарил тебе надежду, сюжеты, которые рисовал. Мне стало слишком тесно, и я просто все забрал. Так часто рисуешь картины в своей голове, которые никогда не сбудутся и останутся во сне. Йоу, бро. Останутся во сне навсегда. Останутся во сне больше никогда. Это очень близкий трек к самой престижной номинации. Не встретимся с тобой, теперь незнакомы мы. Воспоминания поглощают все мои мечты, не верится. То, что хотела рядом быть, безразличие мое помогает все забыть. Не вспомню больше я твоих влюбленных глаз, что не были готовы получить отказ. Запутавшись в мыслях в своей голове, теперь ты будешь думать только обо мне. Помню, когда последний раз испытывала чувство влюбленности к кому-либо. Я без понятия, когда это прекратилось. Люди стали мне безразличны. Мне уже все равно на их признание в бесконечной любви. Это ложь. Я так хотел любить, ощутить это тепло. Но ты снова убегаешь и тянешь меня на дно. Мои мысли убивают, они острее, чем ножи. На самом деле мне плевать, я так устал от твоей лжи. Мне кажется, вы просто не выкупаете. Это возможно. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, так и есть. Скорее всего. Ускорение. Да. В начале. Это фишка. Хотел любить, ощутить это тепло. Ты снова убегаешь и тянешь меня на дно. Мои мысли убивают, они острее, чем ножи. Смотри, у тебя очень часто вставлено рандомное количество слогов, или ты зачитываешь их так, да, что они звучат не связано, тебе приходится ускоряться, просто в рандомных местах ускоряться, делать дабл-таймы, это ломает вайп, ломает ритмику очень сильно. Мало того, что ты не погружен совершенно в исполнение. Ой. Мне плевать, я так устал от твоей лжи. Я дарил тебе надежду, сюжеты, которые рисовал на мне. Надежду, сюжеты, которые... Вот это то, что сюжеты. Мало того, что здесь, ну, я не знаю, тут нет сведения, в принципе, да, обработки какой-то.
частотный, да, вообще ничего нет, просто один тейк, наверное, да, и вот положенные просто две линии, две палки, положенные на палку инструментала. Надежда, сюжеты, которые рисовала, мне стало слишком тесно, и я просто все забрал. Так часто рисуешь картины в своей голове. Это трек, который попадает в самую престижную номинацию, в самый престижный плейлист. Восходит на пьедестал. Это музей риса за творчество. Скрытый плейлист. Нигде он не фигурирует. Но самые базированные люди знают о нем. Да. Убить, ощутить это тепло, ты снова убегаешь и тянешь меня. Смотри, если говорить конкретно, да, постараться быть полезным. Постараться быть полезным. Нет погружения, нет сведения. Рандомные абсолютно по дикции моменты с даблтаймами. Быть безразличие мое помогает все забыть. Не вспомню больше я твоих влюбленных глаз, что не были готовы получить отказ. Здесь тоже послоговое, максимально пластмассовое, максимально отсутствует погружение. Есть попытка спародировать, есть попытка попробовать, есть попытка так стоять, да, и попадать в ритм, старательно попадать в ритм. Поэтому пока очень сыро. Я думаю, что совокупность вашей попытки в плане типа вот звучания, да, ваш какой-то совместный вайб, может быть, это интересно. Мы какая-то шутка. Нет, бро, это не шутка, это прям именно история для... Так, реализация стиля. Один или два вопрос? Два все-таки, наверное. Индивидуальность харизма тоже 2 балла, да. Треки нет, нет, у одного, у нее трек это первый, у него трек еще один есть и все, да. Рифмы, образы. Одно убивает, а встречи ножим, не плевать. Одарил тебе надежду, сюжеты, которые рисовал, но мне стало слишком тесно, я просто все забрал. Так часто рисуешь картины в своей голове, которые никогда не сбудутся, останутся во сне. Ну, что-то по тексту, что-то останутся во сне, больше никогда не... Теперь мы не знакомы, воспоминания получают мои мечты, не верю, что хотел рядом быть, без речи мой помогает все забыть, он раздражает взлюбленный глаз, отказ в голове. Рифмы где-то вот, может быть, здесь, да, в рамках жанра на пятерочку неплохо. Структура... Структура, смотри, структура партов, структура, да, она хорошая. Припев, там, куплет, бридж, куплет, скит, припев. Прикольно, на 8, я бы сказал. Внутрянка, да, вот с моментами сбивки постоянной. И вот эта послоговая тема, она прям слабая. 4, типа 3, да. Ну, 7 и 3, 4. Ну, 5 я бы поставил. Я бы поставил 5 баллов. 1 балл однозначно, да. К сожалению. Тренды с актуальным жанром. Я так устал, сбудутся и останутся во сне. Останутся. Все мои мечты не верятся. То, что хотела влюбленный глаз, что не были готовы получить отказ. Запутавшийся в мыслях в своей голове, теперь ты будешь думать только обо мне. Я не помню, когда... 4. Как-то так. Естественность. Вам нужна естественность. Начать, максимально начать, да? С чего нужно? С того, какая музыка вас вызывает...
в вас больше отзывается, скажем так. Какая музыка в вас больше отзывается, какая музыка вам понятнее. То есть вот девушка во втором куплете, она очень много выдерживает пауз, ей не свойственные по речи, и поэтому она звучит очень пластмассово. Чего-то где-то это, того-то обо мне, после чего-то где-то. То есть это Maybe Baby на таких минималках, которых даже не видно под электронным микроскопом. Написание песни, идея со скитом неплохо. Я не знаю, на что вы пишетесь, какой микрофон, кто вас сводит, как бы. Ну, прям это очень сырой эксперимент. И, в принципе, даже с видос может не быть проблемой, если ты прям супер-пупер погружаешься в свою музыку. Ну, смотря что ты, конечно, делаешь, если ты там делаешь и тайп, или супер-трэп какой-то, или гипер-поп, не дай бог, в плане, не дай бог, если с видоса нет, то это ГГ прям, что бы ты ни делал, как бы ты ни погружался. Здесь как будто можно было что-то сделать, если бы вы могли погрузиться. Надо найти музыку, которую вы чувствуете, которая вторит вашему естественному речевому аппарату. Чтобы ты говорил, чтобы ты мог спеть, чтобы ты мог сказать, чтобы ты мог сделать, чтобы у тебя было, чтобы ты мог, чтобы ты получал, чтобы ты мог просто говорить, как тебе удобно. Или давать эмоции. И вот это вот убрать, потому что от пластмасса. Где тут что-то, где-то там. Нет. Это очень пластмассовая пародийность. Как-то так. Гармония намерена ради фишки, не понимаю, откуда. Да нет, это прям жестко. МЦ Анюта, МЦ Кисуля. Не знаю. Музерзоте. Да, конечно, внесено, да, уже внесено. 22 балла. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не знаю, правда, что сказать. Очень начинающая сырая работа. Если это да, как бы, что касается какого-то рафлотрека, намеренно сделано с высмеиванием, я не знаю, насколько его актуально. То есть юмор не особо читается. Читается просто слабое качество. Чтобы читался юмор, повествование, в чем юмор? Не встретимся, незнакомые воспоминания поглощают, не верю, что хотела быть рядом. Достаточно серьезная тема, да, вот, запутавшись в мыслях в своей голове, теперь ты будешь думать только обо мне. Простоватые рифмы, ровные, да. Быть, забыть, мы, мечты. Я не вижу, что это прям что-то такое прям хихихаха, да? Да нет, про отношения как будто рассказали нам. Честно говоря, не понимаю. А какие критерии для музея? Для музея критерии очень простые. Это должно быть что-то экстраординарное, с какими-то супер стараниями, дико сырое по большей степени, либо максимально кринжовое. В данном случае просто очень сырая работа с угарным пародированием. Да, это не в оскорбление сказано. Это в том плане, что насколько сейчас это получается и насколько... Это сырые попытки. Но если, допустим, у вас есть желание прогрессировать в этом, то нужно начинать пробовать с того, что вам близко максимально. Просто так старайтесь бубнить, ходить музыку, напевать ее. Не придумывать, написать, а потом исполнять. А прям врубать музло и... Чего-то где-то... Тарабарщина. Вам нужна тарабарщина, вам нужно чувствовать музыку. И работать с этим. Потому что пока прям совсем настолько плохо, что хорошо. Да, то есть музей РЗТ — это настолько плохо, что даже хорошо. Да, спасибо большое. Это было жестко.